ведь вопросы к Игнатию Тихоновичу. Великая возможность у нас есть получить на любой вопрос ответ. Нет вопросов. Нету. Игнатий Тихонович, почему? Да. Почему в квартире держите собачку? Замерзает на улице, да? Так это от Сергея вторая, потому что она в комнате была, а ураган там на улице. Он же в больнице, да. А он в избе. Я думала, ураганщик. Он в избе держал, это верный. А тот-то с осенью. Понятно, ага. Игнатий Тихонович, вопрос. Да, давай. Совет правильнее сказать. Да вот с сыном тут связались, он собирается приехать. Посоветуйте, как выстраивать отношения с ним, если вот он тут собирается остаться жить, да как? Как посоветуете? Я вот тут краем слышал, пока отец Роман, если я не ошибаюсь, Оля, отец Роман, брат Роман, читал. Там по договору, заключи с ним письменный договор. Или как-то еще выстраивать отношения. Потому что я в свое время, когда мы жили вместе, я приучал их к молитве, к посту. А за время, вот за грубо 3 года уже получается, он уже распустился, я не знаю, постится или нет, молится или нет, тоже не знаю. Но вот лукавить, может быть, может лукавить. Поэтому вот как посоветуете? Наши ребята проходили тут курсы «Как беседовать с сектантами». Ну и пришли к ним, а те начали не так отвечать, они даже не знают. Программа не та пошла, не в ту сторону, что-то не так пошло. И здесь хоть сколько вариантов давай, будет совсем не так. Надо молиться. Господь говорит, на суд поведут, когда говорит, не думайте, что сказать, сам Господь будет за вас говорить. Вот это здесь еще хотя не суд, но все равно надо готовиться, думать, смотреть и... А уж дальше, как Господь поведет. Совет ни один не поможет. Что я скажу? Ты встретишь его, обними, поцелуй, попроси прощения. А в чем просить-то, когда ты ничего не сделал против него? Тут есть определенные шаблоны, стандарты. Но на деле это может не сработать никак. Надо заранее молиться, просить Господа. Вот Иаков, когда шел уже от Лавана, полностью ушел-то, а там его брат Исав. И вот он к нему, когда шел, разбил на 2 стана, если один погибнет, то другой. Впереди себя выставил то-то, и вот теперь они встретились. И Господь его смирил сердце, обнялись, поцеловались, поклонились. А тот пришел не один, а 300 с собой рабов привел. Ну, они бы что, его растерзали. И никакого... И Яков и не знал, что делать-то. Так, все на этом. Ну, понял. Все. Молитесь, я отхожу.